Рыбная ловля – одно из самых древних занятий человечества. Археологи находят крючки и снасти возрастом десятки тысяч лет. Да и сегодня рыбалка, если речь идет не о промышленной добыче, остается одним из самых массовых увлечений человечества, в том числе спортивных. В Алтайском крае насчитывается порядка 200 спортсменов-рыболовов. Число же любителей не поддается подсчету. Один из тех, кто будет сегодня отмечать праздник – мастер рыболовного спорта Константин Тинин. Для него рыбалка прежде всего удовольствие. Говорит, секрет хорошей рыбалки прост – не гнаться за количеством пойманной рыбы и довольствоваться единственной удочкой. Если вы рыбачите на одну удочку, вы никогда не просмотрите поклевку, никогда не просмотрите, как птицы летают над вашими головами. И в результате вечером вы будете настолько довольны своим проведенным днем, что дома от вас будут только положительные флюиды. Подробнее о том, какую рыбу можно поймать в нескольких минутах езды от Барнаула, чем отличается рыбак-любитель от профессионала, а также о некоторых секретах рыбной ловли в нашем вечернем выпуске.